разговор о тибетской медицине. И вот вторая наука, на которой зиждется тибетская медицина, она называется наука о пяти первоэлементах. И здесь вы видите на картинке, что пять первоэлементов, они все взаимосвязаны между собой за счет того, что они равны между собой. Они все... друг друга. Металл рождает воду, вода рождает дерево, дерево рождает огонь, огонь рождает землю, и в земле рождаются металлы. Только при равенстве этих первоэлементов энергия движется по кругу и идет круг порождения, круг гармонии. Развития. Если вдруг один из первоэлементов будет сильнее, чем другие первоэлементы, следующий первоэлемент не может принять лишнюю энергию, потому что он слабее. И тогда эта лишняя энергия начинает простреливать в следующий первоэлемент. И у нас металл рубит дерево. Дерево истощает землю. Земля истощает воду, останавливает воду. Вода тушит огонь, и огонь плавит металл. И мы с вами видим элемент звезда. Звезда – это символ разрушения. Вы, наверное, помните, как большевики взяли своим символом именно звезду. Мы старый мир разрушим до основания. Вот она, звезда. Так вот теперь, если мы посмотрим и перенесем эти пять первоэлементов на наш организм, на наше здоровье, то получается, что... Металл – это легкие, вода – это почки, дерево – это печень, огонь – это сердце, и земля – это селезенка, иммунная система. И когда эти элементы, эти органы энергетически равны между собой, происходит гармоничное развитие. Происходит правильная деятельность организма. Но где-то после 45 лет у людей получается, проявляются первые такие симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, давление подскакивает, боли в области сердца. И человека помещают в кардиологический стационар. Ему лечат сердце. И когда больной говорит: «Доктор, а у меня и почки болят», доктор говорит: «Это не к нам. Выйдите от нас, пойдете к урологу». И так далее. И вот в этом кардиологическом стационаре ему усиливают именно энергию сердца. И когда человек выходит из стационара, он ощущает, что какой-то развал во всем организме получается. А получилось то, что сердце простреливает в следующий орган, и получается звезда усин, звезда распада. Поэтому тибетские монахи говорят...
когда западная медицина сильная, особенно прекрасна хирургия на Западе, но что отрицательное в западной медицине, это то, что человека разобрали на шурупы и за единое, за целый организм никто не отвечает. Тибетская медицина. Наоборот, лечит и восстанавливает сразу, а единовременно все органы и системы. Вот главное отличие – это то, что западная медицина лечит органы и симптомы, тибетская медицина восстанавливает здоровье всего человека в целом. Это очень важно, это очень правильно. И именно продукция компании Фухао способствует тому, что каждая клеточка всего организма начинает строиться здоровой, начинает получать кислород, и оздоровление получается во всем организме сразу. Это более правильно, это более основательно. И еще раз повторяю, что продукция компании Фухао – это не лекарство, это строительный материал для построения здоровых клеток всего организма. Желаю вам здоровья. Говорим. Это жидкий кардицепс голодермы, часть фитотерапии общего системного оздоровления. Одновременно идет работа по фиксированным точкам проекции спины. На стопах идет у нас акупунктурные точки. Сейчас у меня в данном случае точки меридиан проекция мочевого меридиана. И идет общая активация очищения, включая лимфодренаж. Вопрос, что у вас в руках? В руках у нас, я показала, это фитотерапия на основе кардицепса и ганодермы. Это жидкая форма, которую я принимаю последовательно в течение процедуры под язык. Вот. И она работает изнутри. Вот это важно. Одновременно у меня есть дистанционное управление, и я регулирую им уровень подачи интенсивности, который мне доставляет приятное ощущение. Это очень удобно и симпатизирует пациенту или клиенту, потому что он сам в своем комфорте себе либо добавляет, повышая, либо снижает, в зависимости от чувствительности. Это серия самомассажа.